Когда Достоевский был молодым человеком, он тоже хотел счастья. Счастья себе, человечеству. И видел спасение в развитии цивилизации. И стал радикальным революционером, ну, как мы теперь говорим, экстремистом. То есть он для счастья хотел использовать топор. И что было дальше? Смерть? Да, его приговорили к расстрелу. Да, многие берут в руки топоры, и к ним тоже приходит смерть. Но Достоевский один из немногих, кто, приблизившись к смерти вплотную, остался жив и понял что-то важное и написал. Если хотите, человек должен быть глубоко несчастлив, и только тогда он будет счастлив. А если он будет постоянно счастлив, то он тотчас станет глубоко несчастлив. Те, кто читает, любит Достоевского, неважно как, я всегда отношусь с большим почтением к Достоевскому. Я часто плачу от радости. Вот это удивительное качество, которое я в нем люблю, потому что я тоже плачу от радости. Понимаете? Я так устроен. Я думаю, что слезы, они очень часто очистительные бывают. Понимаете, да? Не только слезы обиды, а слезы света. Вот я очень и очень ценю это качество. Достоевский. Жизненные ситуации я решаю благодаря Федору Михайловичу. Да, вот эта вот глубина. Это вот точно. Если бы не он, просто вся драматургия построена на отношениях, да, личных или философских. Вот Федор Михайлович только мне вот это дает сполна. Чудный сон. Высокое заблуждение человечества. Золотой век мечта. Самое невероятное из всех, какие были, и за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть. Все наброски, мне кажется, были в Семипалатинске написаны. Потом они перенеслись уже его поздние произведения, я имею в виду, в крупной, в Великой Пятикнижии, да, но из записки из подполья, вот этот человек, да, который себя обрек на одиночество, чтобы познать себя сначала рефлекторно, а потом это уже сравнить с людьми, которые живут в обществе. Также Достоевский, он же как бы в ссылке был, да, в неком таком заточении, как философ, да, одиночество среди людей. А степень открытая, то есть здесь воля, свобода, к чему, собственно, и стремится человек, да, а свобода – это осознанная необходимость. Говорили, писали и Достоевский, именно в степи, через Чоканова-Лиханова, он просил его, чтобы Чоканова-Лиханов этнографией занимался, историей, да, просил. Он много языков знал, чисто по-человечески он очень любил Чоканова-Лиханова. И даже черты образа Версилова в подростке есть от Валиханова. Он любил его как брата, он писал. Да? Они действительно сошлись не только, да, на связи, да, русского и казахского народа, ну, чисто по-человечески еще сошлись. Основные произведения зародились именно в Казахстане. Омск, Казахстан, и дальше эти наброски уже сформировались в его Великом Пятикнижье, во всех вот основных романах. Да? «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Подросток». Вы почитайте самого Достоевского. Не надо вбивать в интернете короткие вопросы, чтобы получить на них быстрые ответы. Вы почитайте его письма, его дневники. Творчество для писателя было исповедальным. Режиссер даже использовал прием, который использовал писатель. Помещал героя в прошлое, в воспоминания, где он, герой, опять погружался в свои прежние воспоминания. Нужно понять, что это возврат к той точке, где человек совершил нечто, что повредило его душу.
где возникла болезнь. А болезнь надо лечить. А какими лекарствами можно вылечить душу? О чем фильм? О преображении. О преображении человека. Вот об этом. О том, что был один человек, и после казни появился совсем другой. Вот об этом.